Мы на своем автомобиле путешествуем, поэтому мы ждем только парома, который сможет переправить наш автомобиль. Ну и ждем, что очень сообразительные предприниматели, которые живут в Керчи, быстренько сюда приедут с кофе, с бургерами и помогут нам и себе. Впечатление на меня никакого не произвело. Просто еду домой и все. Страха нету? А какой страх? Просто хочется поскорее домой приехать и все. Ну а чего волноваться-то особо? Мы где находимся-то? В России. Чего волноваться-то? Нормально все, никаких проблем. Обстановка спокойная, город спокойный, никаких волнений. Все отлично.